Всем привет! Сегодня наш блог «Косогор» берет интервью у группы ИЛ. Парни, привет! Представьтесь! Привет! Приветствую! Привет! Ну, я Влад, вокалист, гитарист. И Сергей наш барабанщик, Николай и Стас. Как добрались? Ну, вообще отлично. Очень быстро. Что вам хочется? Какая цель? Ну, у нас сегодня мероприятие. Мы играем в «Ласточки» с когортой питерских команд. Вот, давно в Питере не были. Надеемся, что в этот раз все успешно получится, чем как раньше. Чем-то удивите сегодня? Ну, я думаю, мы хотели, конечно, бы сыграть новый трек, но он еще не сильно готов. Так что, скорее всего, сыграем классическую программу нашу. Да. Только поменяем все местами. Да. И перемешали, да, все песни. Так что... Чтобы было неожиданно хотя бы немножко. Ну, давайте тогда с самого начала. Расскажите вообще, как появилась группа ИЛ. Какие цели ставились тогда перед проектом, какие ставятся сейчас? Ну, группа ИЛ образовалась в 2013 году. Так сказать, мы с Николаем играли до этого в группе Predicted. Это Sludge Doom, Stoner Doom, очень похоже на Electric Wizard. Вот, примерно 2 года мы существовали, записали одну EP-ху. Демку. Демку даже, да. Вот, и потом произошло так, то, что мы уже перестали как-то взаимодействовать с нашим вокалистом, а он был главной движущей силой, он сочинял всю музыку в том проекте. Вот, и решили то, что мы сделаем свой собственный проект с Николаем. Позвали нашего знакомого Андрея из группы Magnetic Tartrap, это на то время был тоже московский сладж такой достаточно. Да, авангардный сладж. Вот, у них там даже клип был. Вот, встретились в Москве и договорились, что будем играть что-то типа... Вообще, первоначальные идеи были играть какой-то стоунер с элементами нойза. Психоделия, дроун, нойз. Вот. То есть мы как бы не планировали играть какой-то там лихой металл, как сейчас. И не умели. Ну и не умели даже, да. То есть мы на ИЛ-то в принципе учились играть. Вот. И первый вот ИЛ образовался... У нас кто первый барабанщик-то был? Сессионный. У нас Сессионный был первый барабанщик. Вот, он нам помог записать альбом прямо на студии. Промо-демо, можно сказать, вот, на студии. И мы выпустили его там, материал был сугубо шуршащий, импровизационный. Да, импровизационный, то есть совсем не похоже на то, что сейчас у нас. Вот так вот группа началась, свое существование. И начали менять состав постепенно, и мы вот уже пришли к тому, что у нас сейчас. Ну и цели, собственно, другие уже совсем ставятся, чем в начале, я так понимаю. Да. А сейчас что? Какие цели? Ну сейчас мы уже стараемся играть такой более серьезный металл, то есть не нацеливаться на какую-то там психоделику, на стонер. Мы просто все разное музло слушаем, и все, каждый носит что-то свое. Я бы сказал немножко по-другому. Сейчас уже идет нацеленность на продукт, вот, но... Важно, как бы, когда делаешь продукт, чтобы ты оставался верен самому себе и делал то, как ты хочешь сделать этот продукт, а не то, чего от тебя хотят. Вот. Ну, это здорово, это приятно. А название ИЛ как появилось? Это название предложил как раз Андрей, наш первый гитарист. Появился оно в баре «Кружка». Варя кружка, но в каком-то другом. Ну, в общем, это не суть важно, но в общем он хотел до этого назвать. У него была еще одна группа, «Сдоба» называлась. Она сейчас до сих пор существует. Он хотел эту группу «Сдоба» назвать «Илом». Но им почему-то больше по душе пришло название «Сдоба». И он решил это название оставить, и вот мы как бы его взяли. То есть это наш бывший гитарист предложил, получается. Ну, то есть, я считаю, что к музыке оно идеально. Вообще, мне кажется, самое идеальное название для музыки. Мы музыку начали уже, можно сказать, под название затачивать. Ну, оно такое тягучее, болотистое, такое, как сургуч вообще. Не, мне кажется, как гудрон. Кстати, неплохо. Ну, название, чем нам самим нравится, тем, что оно достаточно короткое, емкое, как бы сразу понятно. Хотя группа ИЛ, на самом деле... Уже целых три. Четыре. Да. Играют непонятно что. Вот у нас даже был момент, у нас был забавный конфликт с другим чуваком, у которого тоже группа называется ИЛ. Да, у него, а что там было, как он рассказывал, у него там то ли продюсер, то ли кто-то его там делает, из гитарист Земфир или Чечерин, у кого-то из них, короче, вот
И он взял себе творческий псевдоним Ил. Я так понимаю, потому что его зовут Илья. Потому что его зовут Илья, да. И он, в общем, на русском радио, там даже в ротации попадает. Нашем. На нашем радио. Mm-hmm. Вот. Играет, не знаю, там какой-то такой поп-рок, что-то в этом роде. Вот. Мы это заметили тогда, когда мы начали официально нашу музыку уже заливать через всякие сервисы, потому что у нас до этого никуда ничего не заливалось. Когда я начал этим заниматься, я увидел то, что как бы наши треки начинают мешаться там с его треками. У нас там идет там Ил Марок, там Ил на кой я ей. Включаешь, послушать Ила, там перемешку. Там неправильный Ил. Поп-рок, да. Ну, в общем, мы приняли решение на самом деле свое название зарегистрировать официально, немножко с этим повозились, но с этим товарищем мы просто предупредили, что как бы мы существуем, и все. Ну, как бы, если у тебя есть возможность, давай-ка мы как-то разграничим наши, хотя бы мы просто разграничимся на сервисы, потому что получается фигово, слушатель заходит, начинает слушать, наши прослушивания к нему попадают, его к нам. Да. Вот, и он сказал, да, все сделаю, и через какое-то время пропал. Вот, нифига не происходило, то есть ничего не разделилось. И вот буквально там он месяца 4 назад мне написал, типа, вот, ребят, ну там продюсерский центр, короче, там в курсе про это, да, я, говорю, все уберу. Ну, в общем, там обидно на меня не держите, короче, но он позже у нас появился. Я ему просто с этой точки зрения объяснил, ну, типа, дескать, чувак. Слишком много про него что-то говорим. Не, я просто скрытая реклама. Ну, на самом деле, да, есть еще какая-то группа Ил. У нас были просто проблемы с тем, что у нас постоянно слушали другие группы с какими-то другими группами. Не, ну забавная история. Главное, что разрулили. Ну да. Да. Давайте про дискографию поговорим вообще от начала и к сегодняшнему времени. Расскажите, что записывалось, как записывалось, где. Вот Николай может рассказать про нашу дискографию. Он, наверное, помнит, где что записывалось. Я могу сказать точно, что в основном лучше всего слушать последние два полноформатника. Вот. А записывалось все банально. Они просто, мне кажется, больше отображают, ну, отражают суть, да, нынешнего творчества, то есть, нежели то, что вот было в начале. Ну, сейчас все же немного по-другому. Мы метались, искали, вот, учились. Записывались, да, всегда записывались на нормальных студиях. Вот, в основном на Пентаграмме. Пентаграм Хаус, да. Там много всяких групп московских, и не только московских, выходит, ну, с этих студий. Вот. Какие-нибудь веселые истории с записи. Что-то вдруг вспомнил про веселые истории записи. Когда он показывал, чтобы звукорежиссер меня обрезал. Ну было один раз, да, то есть как бы. Я об этом не знал. Значит, забились как-то раз на студии. Вот. Думали, что все запишем в один день, но в итоге гитаристы наворотили такой дичи, что обоих просто пришлось. Давайте, ребята, еще раз работайте, братья. Вот. Так, а что по дискографии? Да, отвлекся. Про дискографию ты расскажи. Дискография, давай я попробую. Ну вот, началось с этого демо, которое было все шуршащее, звенящее. Потом появился у нас сплит с группой Сум. Она такое же была. Украинская. Оно было абсолютно точно такое же. Там уже наметки были на какие-то рифы, которые такие были более-менее запоминающиеся. Вот. Ну и постепенно мы начали приходить к тому, что мы вот из этого нойза дрона слаще хотим играть какой-то стонер дум. Я начал уже петь, какой-то вокал записывать. У нас появился альбом «Черная топь». Вот, это наш первый, можно сказать, полноформатник, который уже на дисках вышел, который вышел на кассетах. Он, естественно, просто адово звучащий. Мы его, да, мы писали его хорошо, но сводили его сами. Хорошие исходники, да, но запороли на середине. Запороть умудрились их просто дичайше. Потому что у нас вот как раз гитарист, который уже его нет в составе, но он принципиально хотел сам сводить, да, сам, да, заниматься. Тыги он с этим делом мудохался всегда не дотягивало что-то, то есть как бы до того саунда, который мы хотели. Прикольно, потом Андрей посмотрит интервью. Андрей. Так они были недовольны все время. Да нет, на самом деле мы довольны. Это весь вот вообще Ил, это, короче, путь нашего развития как музыкантов. Мы на «Черной топе» научились уже более-менее стонер дум воспринимать и играть.
Следующий альбом уже, который был с Кострами, это «Тени древних культов», он был уже более концептуальный, там начали появляться намеки на концепцию у нас, и звучание такое более стало сладжовое. Кстати, с этого альбома я уже начал играть. Да, вот Серега начал играть с этого альбома, до этого у нас был как раз барабанщик другой, Сергей Виноградов, тоже художник из Тулы. Это забавно, то, что у нас два барабанщика были, оба Сергея Виноградова. После что-то началось с «Тени древних культов», потом у нас был сплит с Electric Jesus. А, там тоже хорошие исходники, но запороли свидуху. Вот. Но треки крутые, мы их до сих пор иногда вставляем в программу. Ну, а дальше уже как бы начались размышления о том, что Stoner Doom надоел, Sludge надоел, все это примитив, давай там добавлять туда то, давай все, короче. Ну и так постепенно вся эта химера мутировала. И на самом деле, нет, ну мне сейчас конкретно, как бы, я считаю, что в рамки там Sludge, Stoner Doom мы точно не вписываемся. Вот. А жанрово, ну, Doom Metal с вкраплениями разных там Black, Death Metal. Вот как-то так. Ну и приправляемся, естественно, щепоточкой психоделии. Да, от которой мы все-таки от Stoner Doom до конца уйти не можем. Потому что я и вокалу как бы учился на всех этих группах, но нам это просто самим в кайф, поэтому немного этого осталось. Вот. После как раз «Теней древних культов» и этого сплита у нас уже появился, так сказать, первый концептуальный альбом, это «Нечисть». Вот, ну второй, вообще, это уже говорю, что первый. Ну, второй альбом, но первый, можно сказать, прям такой вот с проработанной серьезной концепцией. Честно, у нас плохо. С проработанной серьезной концепцией, то есть если там «Черный топ» это был просто набор каких-то образов, то вот «Нечисть» она была уже такая более серьезная в плане концепции, у нас была идея. Вот, мы ее пытались воплотить. Ну и, соответственно, «Ересь» это уже... А сейчас будет и дальше веселая история. Да. Какие? После «Нечисти» Влад очень разругался с Серегой. Да, у нас был жуткий конфликт. Конфликт интересов. В чате они буквально, знаешь, из-за чего разругались? Из-за книжки Кастанеда. Да и из-за всего, на самом деле. Мы ругались, цеплялись ко всему. Просто, видимо, надоели друг другу и начали ругаться за всякой чепухи. Не, ну это круто разругаться из-за Кастанеда. А еще, кстати, тоже забавная история. Во-первых, Колян с Владом, они друзья детства. Ну, мы со школы, да, мы с музыкой. А Влад познакомил меня с моей женой. Вот. Ну, у нас такие взаимоотношения были достаточно личные друг с другом. Вот, вот. Да. У нас поэтому было куча каких-то таких приколов. А еще мы постоянно на музыку, помимо вообще того, чтобы мы все вместе играли, мы еще и активно общались, тусовались вместе. Ну и вот что-то устали, происходит. Да? Да, да, мы просто друг от друга устали. А мат можно, нельзя? Конечно. Просто заебали. Да. И в итоге, в общем. А у нас там на носу был вообще Евротур, вот, и в срочном порядке заменили на нашего друга Антона, вот. С группой Напекси, с пенис-ампутатора бывшего. Да, и, в общем, Антоха сами, чем мне его нравилось, то, что он прям вот активно использовал кардан и как бы вообще больше топил за Doom Dead, короче, вот. И у нас поэтому следующая эпиха называлась «Образ пустоты». Да. Вот, там она как раз уже была такая, потяжелее, короче. Вот. В стиле Doom Dead, в стиле, можно сказать, ну, поближе к Death Metal. Ну и параллельно там я с Антоном еще в одной группе играл, как бы, и вообще все было хорошо, но потом Антон сказал, что я хочу больше олдскула. Где, он сказал, меня заебала здесь ваша медленная музыка, где, говорит, хочу быстро. Ну это тоже, где Disembowelment, где все вот это, короче. Где Винтер? Ну, короче, в итоге... Вот, Винтер даже мог специально для Антона надел. В итоге Антон сказал, что все, меня все заебали, я буду играть Death Metal. Вот. Ну, а там начали искать барабанщика, и такой Серега пишет:
Бля, ну что, может попробуем, на, говорю. Заново, да. Давай, давай попробуем, он что, да и из этого ничего хорошего не получится. Ну я сначала сомневался, а потом подумал, а ну как бы о чем у нас, ну вся обидная скоро приехала. Сегодня приехал, порепали как бы. Мы порепали, поняли, что зачем нам кого-то искать. Просто перестали друг другу мозги ебать как-то. Да, все заново. Стараемся все серьезно заниматься. Теперь музыка без всяких личных вот этих. Вот, а и собственно-то мы забыли момент, как появился Стас в группе. Вот, да. Это как раз было совсем. Это было волшебное появление Стаса. Это было еще при Антоне. Вот, то есть как бы. Мы, собственно-то, мы Андрюху. Андрюх, извини, но выжили. Что ты говоришь, Андрей? Достается. Андрюха просто уехал в Питер жить, вот, и он сейчас как бы здесь обитает. Ну и как бы. Начали играть втроем, кстати, втроем мы сгоняли в Англию, вот, это, наверное, просто лучше. Это какая-то фантастическая, жизни, фантастическая, да, была поездка, в которую до сих пор поверить не можно. Да. Ну, кстати, я хотел про нее расспросить. Ну, давайте, да, закончим там эту мысль. Мысль бесконечна, понял, что... Второго гитариста надо опять возвращать в группу, потому что саунд плотнее, нужны как бы соляки с рифаками, чтобы шло вместе. И как бы. А тут мы познакомились с ребятами из блэк-метал группы Туга. Вот, Стас как раз ихний басист. Ихний. Вот. И, собственно, все тусовались на одной репточке. Вот у нас там в то время была репточка клуб Grindhouse, назывался в гараже. Вот, и, собственно, говорим, Стас, давай попробуем. Ну, мы попробовали, Стас быстро все это разобрал, втянулся. Ну, как бы, а уже потом появился Серега опять. Вот, мы уже записали «Ересь», получается. Да, мы буквально «Ересь», мы, Серега появился в марте, у нас были наработки на, ну как, два трека было готово, третий начали делать. В общем, как-то быстро все, то есть как бы Серега влился, мы сделали там, доделали все треки, и буквально уже через 3-4 месяца пошли в студию, записались. Да, кстати, довольно быстро получилось. Да, вот со следующим альбомом все будет дольше, потому что мы, наверное, будем пока еще года не полтора будем работать. Мы пока только начали треки придумывать. Да, пока только наброски на несколько треков. Но он будет опять, так бы, включая, я не знаю, я бы назвал. Такое есть направление, dark metal называется, uh-huh. То есть как бы это, то есть где сочетается вот все, то есть там и Doom, и Dead, и Black, как бы и все, и вот как бы, наверное, в каком-то таком ключе мы движемся. Ill metal. Вот, ну, наверное. Так пафосно они будут называть. Так что работаем, да, сочиняем, идем к цели. Тут в этом рассказе было столько всего упомянуто, что прям, ну тогда давайте про тур в Англию-то расскажите, ну, раз тур... настолько важен. Нет, тур в Англию — это просто, наверное, самое знаменательное туровое событие, которое с нами происходило. Мы ездили в Европу, тур был по Европе изначально. До этого. До этого, да. И в Вильнюсе, по-моему, в Вильнюсе это было, да, мы играли с группой Кирокума английской. Вот, они нас накурили. Слэш Дум играют, да, что-то там вроде. Вот, я вышел на улицу покурить сигу, короче, с гитаристом. С барабанщиком, по-моему, да, вот. И, что-то там начал ему предлагать, может, там в Россию сможете приехать когда-нибудь так вскользь. Он говорит, давайте нет, лучше вы к нам. Я такой, ну, в Англию, типа, как-то, ну, я не знаю, как мы туда доедем, мы вообще, типа, первый раз в Евротур поехали. Он говорит, я вам все организую. Ну я это как-то запомнил, мы поехали, отъездили в Евротур, вернулись, и он через там 3 месяца пишет, типа, ребят, в общем, я обещал, давайте, короче, я вам билеты не могу купить, но визу там билеты сами покупайте, а города, там, все вам организую, все концерты, там сделано 5 городов, Лондон, Шеффилд, Ноттингем, Лидс
и Ньюкасл, по-моему, вот. И мы очень этим вдохновились, что нас туда позвали, пошли делать визы. Визы в Англию достаточно сложно получать, но нам как-то повезло. Вот, и мы втроем туда рванули, в общем, с Антоном и с Коляном. Вот, чуть было нас на границе не развернули, потому что мы полетели туда без инструментов, только с педалями. С инструментами нужно лететь, во-первых, дороже, а во-вторых, это как музыканты, нужно регистрироваться. У нас визы были нифига не музыкальные, мы просто поехали в гости. Вот. И нас просто в аэропорту, как бы полиция встречает, там, когда уже все прошли, типа говорят, подождите, ребята, мы вас сейчас проверить должны. Приходит полиция, начинает нас там проверять. А вы куда? Короче, вы кто такие? А там на тот момент кто-то кого-то отравил, там где-то была какая-то история. Вот. Мы говорим, мы к друзьям, там, на свадьбу, в общем, вот. Они такие, а вы кто там? Мы там инженеры, короче. Я вот с дуру сказал, что мы инженеры. И они начали нас там еще сильнее допрашивать по этому поводу. Вот. В общем, в итоге они, видимо, где-то проверили, пробили и выяснили то, что как бы, мы просто едем к друзьям играть музыку. Мы говорим, мы деньги зарабатывать не собираемся. Ну, то есть, как бы, вряд ли денег там особо заработать нет. Мы просто едем там с друзей на утренники поиграть. Ну, и нас пропускают, мы там оказываемся в Лондоне ночном. Уже просто не верится, что мы попали в Англию. Тем более с концертом, короче. Мы уже покупаем кокаин. В общем, едем на кэбе к ребятам в этот клуб, я не помню, Devonshire Arms, по-моему, называется. В Кэмпдене. В Кэмпдентаун, да, это малая сцена дезертфест, у нас там вписывает местный чувак. Это рок-город, я бы сказал, то есть это как бы такой... Да вообще Англия — это рок-метал-страна и рок-страна. Рок-метал-страна. Конкретно вот этот район, райончик Лондона, Кэмпден, он там, то есть как бы просто клубов понатыкано на одной улице по 2-3 штуки, то есть мы буквально... И мы играли там в один день в одном клубе, в этот же день там, или на следующий день. Играл Crippled Black Phoenix там. Black Phoenix, да, играли, то есть как бы очень много неформалов, прям, ну то есть как бы круто, у нас в России такого особо не увидишь. И там страна, в принципе, прохававшая музыку, ну, недаром оттуда столько гениальных как бы, коллективов музыкальных родилось, там Black Sabbath, Iron Maiden, Beatles, вот. Там люди приходят на концерты не просто потусоваться, они реально приходят послушать музло. Да, покупают с интересом, подходят ко всему, релизы. Покупают, все смотрят, там, целенаправленно идут на твою группу, перед этим ее послушав. Ну, в общем, как-то другое немножко отношение. Да, даже ребята из СНГ некоторые были. То есть, да, были эмигранты на ваших концертах. Ну как, да, которые в Англии эмигрировали, типа, чуваки. Работать. Работы там, настройки в основном все работают. Вот. Ну и нас возил Дэвид из группы Бонг, басист группы Бонг, вообще классный мужик. Вот, и даже мы у него вписывались там один день. Уже не совсем мужик. Да, какие-то странные фотографии, конечно, в последнее время в соцсетях он там женский парик одевает. Это, не знаю. Последствия общения с группой Илла. Это последствия кокаинового угара. Ну, в общем, концерты были там достаточно прикольные, но народ приходил там около порядка там, 100 человек, как бы среднее такое количество, как и здесь. Здесь чуть побольше, но там самый был крутой концерт в Лидсе. Там был Grindcore фестиваль, нас просто писали почему-то на Grindcore фестиваль, на какой-то другой. Там было вот как раз много народу, и там сами послушали немного грандухи местных. Вот. Я надеюсь, что мы когда-нибудь еще туда вернемся, потому что, блин, Англия — это круто. Даже вот в Лондоне сыграть — это просто... Там это даже не сравнится с Европой. То есть, как бы, да, это... вот Европа по сравнению с этим, ну, Англия — какой-то другой мир. Когда на необитаемом острове металла оказываешься. Хотелось бы, конечно, туда еще раз сгонять. Ну, с текущей ситуацией, не уверен, что это вообще реально. Ну да, наверное, да. Вот, но и вот туры, в основном, я уж мы начали говорить о турах, они организовываются у нас своими силами практически все. То есть у нас нет букинга, который бы нам помогал, у нас есть... У нас есть продюсер. Да, у нас есть наш кореш, Паша Ноубред. Да, который нам помогает в последнее время и винилы выпускать, и
Ну, в тур, с туром нам помогает, как бы, до этого, до его появления мы все делали сами, сами все везде договаривались, сами. Сами создали лейбл, чтобы себя издавать. Да, был лейбл у нас вообще все. И как только, ну, мы издавали не только себя, но как только нас стали издавать другие лейблы, мы забили на лейбл. Да, там до сих пор очень неотвеченных писем, которые никто никак не хочет отправить. Время остановиться, чтобы дальше вопрос задавали. И куча кинутых людей на бэндкэмпе. Хитро. Ну ладно, да, наверное, все. А то уже начали про другое рассказывать. Да ладно, что? Если как это рассказ идет, это хорошо. Да, можно бесконечно рассказывать. А в Ливерпуль не звали? Нет, мы вот проехались по, так сказать, по восточному берегу, да, Англии. То есть мы... Да, восточный. Туда, в сторону Шотландии прогнались, а вот эти все города хотелось бы там побывать тоже, но не смогли. Короткий был, по короткой поездке, неделю всего лишь. Практически там тоже без отдыха. Да не, неделя тоже хорошо. Ну да, в целом. Такой вот был опыт. А сейчас, кстати, какие планы вот на следующий год вообще? Альбом мы будем сочинять. Мы не хотим сейчас вообще на самом поедем деле... Поедем в тур еще осенью. Ну поедем, да. Мы сделали небольшой тур. Мы планировали вообще на самом деле... Была идея попробовать Финляндию. Мы, у нас была недавшаяся попытка. Но, скорее всего, опять это не получится. Мы поедем на Урал. Нам на Урале очень понравилось. Вот, там приходит достаточно много народу, и тусовка крутая. Мы хотим попробовать доехать, может быть, до Новосибирска в этот раз. А с Финляндией, кстати, очень забавная тоже ситуация случилась с отменой концерта, потому что нам нашелся там организатор, который все, ну, как бы, организует. Хотел все сделать, да, они как бы все подглядились, организовали концерт в Петербурге. Но Влад больше всех суть, а у нас как бы там... Финляндия была в январе запланирована, а Англия в марте. Вот. Но Влад, он как бы очень сильно боялся не успеть сделать визу, и он решил в конце декабря свой загранпаспорт отдать в посольство. Очень хотелось в Англию. В итоге, там, за буквально за пару дней до концерта, он понял, что у него паспорта загран нет, и поехать никуда не может. Откровение. Просто не успели на самом деле его вернуть. Я рассчитывал, что мне его вернут пораньше, но они задержали перед Новым годом, мы, в общем, нифига не вернули. Получается, то, что мы играем концерт в Питере, нам нужно ехать в Финляндию, паспорта нет. И мы за несколько дней до этого написали организаторам, этим каким-то финским там банкам, то, что ребят, дескать, не получилось, мы не приедем. Организаторы приехали в Питер. Приезжали в Питер, они в соседнем зале с нами играют. Этот организатор играет, у них какой-то был тоже там фест. Панк, да. Да, панк-фест. Они в соседнем зале с нами играют. Получается так, что еще им на одну вписку, что ли, нам приехали. Да, еще мы на одной вписке были. Да, этот человек, организатор, говорю, ой, ты же там концерт делал. Он уже пьяный, короче, просто в очко. Говорит, да, да все нормально, пацаны, типа, все окей. Вот так вот, типа, так мы съездили в Финляндию. Не, ну может когда-нибудь еще вернетесь. Финляндия-то в этом плане, что, прогрессивная? Да, нам на самом деле в России больше нравится играть, но вот в России и в Англии, походу. Ну, кстати, вот, нам больше всего нравится. Насчет аудитории, кстати, вот, ну, я понял, да, что Англия покорила, что там аудитория приходит и слушает, но вот сейчас вот кто больше покупает мерч там? Русские. Так как у нас вот все вот это вот рекламной фигней и менеджментом занимаюсь до сих пор я, то есть у нас нет человека, который там делает какой-то таргет, заливает там на какие-то обзорные блоги всю нашу музыку, то покупают нас, естественно, в основном в России. Вот. Но у нас есть некая аудитория, какая-то фантастически существующая в США, там человек 6 постоянных покупателей, которые там заказывают винилы в США. В Германии тоже. В Германии какой-то есть там фанат даже в Австралии, который у нас что-то покупает. Да, этот Роб Хаммер из Голландии. Да, это бесплатно. Непонятно. Знает фанатов по именам. Короче, да, иностранных фанатов мы можем перечислить, наверное, по именам. Но они типа существуют, да, они постоянно стабильно уже много лет у нас все заказывают, покупают. Но когда альбом выходит, конечно, там еще какое-то количество народу появляется, но это все там человек 20-30 купит за границей и все. Ну это вообще удивительно, обычно все наоборот, вот в плане групп. Ну у нас, я извиняюсь, у нас скорее всего, потому что русскоязычная музыка и какой-то такая нацеленность на более на русскую музыку. Ну вся эта мифология вся. Это для них немножко непонятно, скорее всего. Вот я тут не совсем согласен, мне кажется, сейчас очень большой интерес, вот мы вот сколько интервью снимали, и почти всегда вот приходим к тому, что вот реально сейчас интерес к русской культуре. Но чем больше вот границы закрывают, чем больше ты не дадут, тем больше ты наоборот интересуешься тем, чего тебе не дают. И мне кажется, что сейчас вообще... Ну это нужно на самом деле дико возиться с этим, совсем втапливать, там писать самому на все эти блоги,
проталкивать там свою музыку, стараться все это делать, а... Кроме него этим никто занимается. Да, я один этим занимаюсь, я, в общем, что-то как-то начинаю уставать от этого всего. Хочется, чтобы кто-то помог, на самом деле, с этим делом, чтобы нашу музыку там в Европе побольше и в США услышали. Ничего, я слышал, Тим Бёртон собирается снимать фильм. Да, по славянской мифологии, про леших, водяных, и, скорее всего. Ну, может быть, потом все узнают, сейчас это хайпанет, вот эта вся тема с русской славянской мифологией, если она действительно как бы зайдет там всем. А, сейчас еще вроде как в этом году ожидается кино с нашим участием. Какое кино? Ну, какое, которое мы в мае снимали. А. Или когда в июне. А, я помню, да, мы снимали какое-то кино. Ну, там, да. Не мы снимали, нас попросили сняться в сцене, в фильме. Мы там играли. А, даже. В каком-то артхаусном фильме. В стиле джало с чем-то там еще, короче. Ну, какая-то дичь была. Да, да, Данила. Одни ребята уже просили нашу музыку использовать в фильме. Мы говорим, да, конечно, но давай. Потом скидывают фильм, я ничего вообще не понял. Просто там артхаус получился. Абстрактный фильм, ребят, сняли. Ну, типа. Там хоронят в гробу, типа, чувака, наряженную свиную морду. Свинью. Вот, играет там песня «Дочь болотного царя». Там еще какая-то песня была. Ну, там ребята пытались какую-то философскую идею продвинуть, но. В любом случае, я это все поддерживаю, потому что на самом деле, если даже это какая-то дичь. Но все равно это искусство. Это такая коллаборация получается, типа. Да, то есть. Мозг это выносит, короче. А это самое главное. В общем, даже если кто-то что-то не понимает, это не значит, что это не имеет права на существование. Ну да, да. Это как квадрат, черный квадрат Малевич. В плане. Кто-то говорит, что это говно. Плюнул бы в лицо тому, кто бы это сказал. Слушайте, вот вы сказали, что последние два альбома, в принципе, уже концептуальные. Да, ну, да. Давайте вот именно тогда уже перейдем непосредственно к концепции. В чем смысл? Что хотели передать? В ересе, в нечисти. Сначала начинаем с нечисти, я так понимаю. Ну, нечисть это была попытка показать темную сторону русского хтонического бестиария. Это леших, водяных. Все вот это вот, но не с точки зрения язычества, а с точки зрения восприятия нами этого всего. То есть все вот эти образы, ну, как бы если говорить вот лично от себя, когда я сочинял тексты, это какие-то нереальные леши водяной, это какие-то собственные идеи, какие-то собственные переживания, вложенные, превращенные в этого лешего и водяного. Вот, и он был концептуальный с точки зрения того, что он как раз содержал набор вот этих темных сущностей хтонических русских. Ересь. Кстати, еще отмечу то, что Влад всегда, когда продумывает концепцию, он всегда он как-то заряжается и всегда очень много на эту тему пишет нам в чат. Да, он продумывает целую историю, просто целую, да, там, то есть у него если, ну, так, может быть, сейчас уже сложно вспомнить, о чем он там думал, когда он сочинял там концепцию для нечисти. Но у него всегда целая такая там поэма, да, он строчит и заставляет, чтобы мы это все... Я начинаю просто им писать эти телеги бесконечные, вот я вот думаю вот это так, там... Там взрыв такой, он, да, все, я все понял, пацаны, и начинает там, вот, там, мы должны сделать то, все, у нас будут такие образы, такой клип, такое видео, такие картинки. У него сразу рождается какая-то целая концепция на все, на обложку, на арт, на костюмы, на песни. Да, я обычно последнее сообщение читаю, я отвечаю голосовухой. Работайте, братья. Работайте, братья. Ништяк, да, и все. Вот, но по поводу ереси, там немного все более интересно, потому что ересь – это как бы концепция, история схождения с ума от занятия колдовством. Ну, можно сказать, что так как Лавкрафт до сих пор мой любимый писатель, про него как бы не сказать не могу, у него это вообще сквозь все творчество вообще вот это идет, схождение с ума от занятия колдовством. Но это наложено на призму нашего вот русского восприятия, нашей вот этой хтоничной культуры русской, наших изб, лесов, нашего этого бестиария демонического. Вот. И даже на обложке нарисован человек, как бы, который занимался колдовством и наказан за это, у него свечи из глаз горят, он сидит перед зеркалом, когда гадали у нас тоже перед зеркалами очень часто. Все, кто будет колдовать, посадим перед зеркалом и зажжем свечи в глаза. Да, вот типа того. То, что если ты занимаешься всякими темными искусствами, жди за это расплату.
В общем, мораль этого всего такая. И, собственно говоря, ну, собственно говоря, хорошая мораль, в принципе. Заглавный трек «Ересь». Его текст вдохновлен тем, что когда русский чернокнижник или колдун занимался колдовством, он призывал черта, который ему в чем-то помогал. Когда черт ему становился бесполезен, он этого черта отправлял заниматься каким-то бесконечным занятием. Например, считать песчинки в море или воду бесконечно из реки переливать там, куда-нибудь в ручеек. Ну, то есть отправлял, он этим занимался и отставал от него. Вот. Но это возникла идея, то, что это может сделать и с человеком черт. То есть человек начнет сам заниматься бесконечными, он увлечется колдовством, он начнет заниматься какими-то бесконечными поисками себя и постепенно будет терять рассудок и сходить с ума, так же, как вот у Лавкрафта и происходило практически во всех его самых известных произведениях, которые связаны вот именно с этим. Вот, то есть это переложение, наизнанку вывернутая как бы история про черта в русском чернокнижье. Вот. Это вот песня «Ересь». Остальные «Могильные огни», «Черная мать» — это связано уже с... Ну, конкретно, например, «Могильные огни» — история про огоньки, которые появляются на кладбище и показывают... Ну, они не только на кладбище появляются, они просто показывают места, где может зарыть быть клад. Огни святого Эльма. Ну, они в других культурах могут по-другому называться, но у нас вот так, ну, как бы, могильные какие-то огоньки. Вот. «Черная мать» — это вообще, на самом деле, скорее всего, в тот момент у меня в восприятии была Шаб-Нигурат из лавкрафтовского пантеона, которую просто превратили в русскую черную козу лесов. Нарядили в кокошник. Нарядили в кокошник, да, это как бы она и есть. Тоже один из персонажей пантеона. Ну вот, и как бы герой лирический начинает постепенно, начиная с первого трека, видеть всю эту чертовщину и сходить с ума, постепенно превращаясь в безумца и погибая, так сказать. Вот мы на эту тему сняли клип. Ну, кстати, расскажи, да, вот как снимали, кто снимал? Это наш товарищ Александр. Он, в общем, видео, как это называется, не модно, фильмограф, видеомейкер, или я вообще, ну, я не знаю, в общем. Он говорит, не называйте меня режиссером только, пожалуйста. Нет, вообще он, хотели назвать его. В первую очередь фотографией занимается. Просто он снимает видео, почему? Для себя как бы взялся. Ну, у него есть взгляд, как бы, он знает, как хорошо сделать, как будет хорошо сделать. Он участвовал, видеограф, он участвовал в съемках исторических всяких постановок. Мы снимали клип «Ересь», и после этого он поехал снимать клип для какой-то, для Дианы Арбениной, какой-то клип или что-то. Ну, он еще снимал всякие исторические постановки со всякими реконструкторами, викингами, все это выглядело реально, блин, круто, как будто это кино. Вот, и, ну, мы с ним познакомились там через вот Николая, жену, она с ним познакомила, можно сказать. И он загорелся идеей, говорит, как бы клип мне было бы интересно, вот самому, он как бы клип в принципе снимал, но для металла, я так понимаю, это второй клип его был. Вообще второй был. Первый клип с поп-панками был. Для металла он не снимал, и я, естественно, тоже там сразу, наконец у нас будет клип, у меня просто идеи поперли, многие из них были неосуществимы. А вообще до Александра мы сами пытались снять клип, нам помогал наш товарищ из группы «Культа». Ну это был пиздец. Вокалист Иван. Ну, в общем, я там напридумывал какую-то просто дико лихую концепцию, опять же, которую мы просто не смогли воплотить. Мы, например, хотели снимать это в какой-то церкви, и вместо того, чтобы, блин, просто поехать нахрен в церковь и снять там сюжет, мы начали, ты поедешь, с палетов хуярить в студии, вот типа такой вот студии, в которой мы сейчас сидим, начали хуярить церковь, просто строить. Ну, построили. Да, Колян там построил эти сцены, мы вообще потратили кучу времени, снимали, больше все занимались стройкой, а... Ну, можно было решение найти, как... Все было организовано, да, вот первое. Все было организовано, когда в итоге... В итоге сняли мы это все на Снаре Базе на втором этаже, вот эту деревянную сцену, как будто мы играем в какую-то церковь. На самом деле, ну,
когда мы, пока мы снимали все, и видя, как это происходило, мне казалось, то, что все будет очень кустарно и колхозно, и как-то вообще... Да, когда мы это увидели... Когда я увидел результат, я подумал, ничего себе, то есть ты такой, ну, если видеть кадр, там вот это деревянные стены, мы там играем, типа, если повернуться так в сторону, тут куча хлама, микроволновки, холодильники, ну, типа... Все в один угол. Да, сняли прямо у нас в гараже, на базе, да, Саня вообще магистр в общем кадре. На самом деле, нам для съемок... Кстати, из-за счет этого нету особо крупных таких планов, где общих планов, то есть где всех видно, потому что если не там сайт, то там будет видно, ну, как бы, какая-то лишняя деталь. Края бытовухи, да, уже начинаешься. Поэтому в основном, как бы, вся такая, так сказать... Да это детали съемки самой, а сам клип, идея, как бы, была в том, то, что вот этот человек, это тоже наш товарищ Колян, другой Колян, да, он занимается изучением темных знаний, темных искусств, и все там это представлено такими образами, как он пересчитывает зернышки, пытается эти знания систематизировать. А, это зернышки, это да, были зерна. Зернышки были, разложить их пытается. Но тут его, как бы, детское я пробегает мимо, сдувает это, и все начинается заново. Это, кстати, вот девочка, это дочка оператора-режиссера. Она очень круто вписалась, очень, на самом деле, блин... Мне очень понравилось, то, что у нас вот, типа, ребенок такой крутой, на самом деле, в кадре был. Она реально подошла к нам. Ну, как клип очень круто. Крипово, да, смотрится. Крипово смотрится, да. Вот. И история о том, вот как ну, все, мы главный сказал, герой просто. Сходит с ума. Кстати, по поводу деталей этого клипа, там он во что он игру Го играет или это? Это как она называлась-то? Африканская. А, это африканская. Я просто смотрю, что камушки черно-белые, думаю, что черно. Я забыл, как она называется. Африканская игра, вот как раз по раскладыванию камушков. Там цель нужно вынуть. Это вот амбары круглые штуки, там амбары, и в них обычно зерна лежали. Нужно вынуть зерна из амбара соперника, постепенно перекладывая их из одного амбара в другой. Ну, то есть у тебя там есть какой-то порядок по логике, кода. По логике. Я, например, я, к сожалению, забыл, как называется настольная игра. В общем, с настольной игрой нам тоже, на самом деле, помогли. Мы, когда у нас возникла идея... Вот, кстати, по поводу этого, по поводу идеи игры, это Саша предложил. Он сказал, что я, говорит, хотел бы снять игру самим с собой. Я говорю, о, нам это как раз подходит в плане концепта, вписывается вот в эту вот оккультную тематику, то, что человек там запутывается в себе. И в конце, когда снимает капюшон, и это он... И это он сам оказывается, да. И вот он же нам подсказал человека, который занимается старинными настольными играми в Москве. Мы съездили к нему на Крутицкое подворье, он нам эту игру бесплатно дал, чтобы мы, ну, сняли в клипе. В общем, у него там много разных крутых, на самом деле, настольных игр было, но мы почему-то выбрали эту, потому что она нам показалась именно... Ага. Наиболее подходящий под видео и наиболее колоритный. Вот. Жалко, что она африканская, она была русская. Да нет, да. Ну она во многих культурах была похожая. Может, и у нас такая была, кто ее знает. Ну не могу не спросить, когда веретено и, собственно, скалка или вот этот вот то, что появилось, как прялка, да, прялка как стала символом фактически, ну и группы. Да, когда мы нечисть, обложку, концерт я придумал. У нас уже на тот момент была песня «Черное веретено» про наплетение своей жизни на это веретено судьбы. Вот. И мы подумали, что надо его там добавить на обложку. И постепенно подумали, что нам нужно как-то как-то разукрашивать сцену. Не знаю, что-то, блин, чтобы мы хотя бы выглядели как-то в соответствующей музыке. У меня вообще до сих пор это больная тема, то, что я чуваком, наверное, все мозги вынес, то, что когда ты входишь в образ, ну, выходишь на сцену, ты должен быть как бы как не только как музыкант, но и как артист. Ну, безусловно, я полностью... Стараться полностью соответствовать своему концепту. И мы вот как-то пытаемся к нему приблизиться, пытаемся там, ну, находим там всякие костюмы. Вот эту прялку начали ставить на сцену, как образ из одного из наших альбомов. То есть пытаемся визуализировать свои идеи, которые мы закладываем. Ее же, кстати, подарили кому-то в итоге. Да, в итоге мы ее разыграли на конкурсе, короче, когда был
презентации Бума Ерис. Когда он все время мечтал ее на самом деле выкинуть в зал во время выступления, короче, да. Но ему так это пока не удалось сделать. Вот. Пиалку мы разыграли, она попала, в общем, к Танкарду, по-моему, да, кто-то выиграл. Нет, она у Яны. В общем, старый московский металлист выиграл прялку. В общем, подарил ее девушке. Ну круто. Хотелось бы еще вернуться к концепции. Вот по поводу альбома «Ерис», вот Пинин Карпов, почему к нему обратился вообще? Символизм начала 20 века, я так понимаю, что тебе в принципе близок. Да, я на самом деле до сегодняшнего дня только Пимен Карпов читал. Вот, и как бы он вдохновил на альбом, ну не на альбом, на EP-шку вот эту «Пламень», песню, полностью вдохновенную произведением его «Пламень». И, соответственно, вдохновил на атмосферу «Ереси». Сейчас я начал вникать в Сологуба, в Андрея Белого, вот этих всех писателей. Сейчас вот как раз в данный момент читаю. Ищу у них вдохновление на новый альбом. Вообще, про Пимена Карпова история интересная в том плане, то, что когда... Это мой товарищ мне рассказал, как тебе понравится вот эта книга, попробую прочитать, про русское сектантство. Я ее прочитал, она меня очень сильно захватила, и примерно в тот же самый момент мы знакомимся с группой «Туга» на концерте в Жуковском, в Коляно, вот на то время еще баре. Приглашаем туда «Тугу», ну, выступаем, отыгрываем с ними концерт, и потом я как-то начинаю с их вокалистом, с Сергеем, общаться. Он мне рассказывает, что их концерт полностью вообще завязан на Пимене Карпове, ну, да. То есть они из «Ледота», так сказать, из этого произведения. Вот, и мы находим вот эту вот точку соприкосновения, то, что очень забавно, что мы, ну, встретились, и все вот оказались на одной базе в итоге. У нас, можно сказать, вот эта книга связала. Я, насколько помню, этого писателя вообще запрещали, там, Синод православный эти книжки сжигал. Да. Лихо, потому что там, конечно, непотребства описываются крутые. Слушай, ну вообще там забавная история, если честно, я... Ну, я так понял, что в 24-м году это происходило. Да, и, да, что уже антицерковные настроения это были вовсю после революции. То есть получается, что он не устроил никого. Он никому был не интересен. Ну, вообще, да, он как-то за потерянно забыт, получается. Сейчас эти книги-то, в принципе, микротиражами сдаются. Да. И вот, я недавно купил себе экземпляр бумажный. Там еле нашел, где-то там, опять там 1500 эта книжка стоит, разваливающаяся на части. То есть он не пересдается и не нужен никому. Ну, я что-то слышал, что чуть ли не в школьное образование хотят ввести в программу что-то. Я не знаю, это было бы, конечно, лихо. Что не могу точно сказать, но там чуть ли не пытаются как-то. Там такие сюжетные повороты, что в школьное образование. Не, ну я думаю, что это, конечно, не пламень, конечно, что вряд ли. Тоже там как бы, ну. А просто в моем понимании, на самом деле, это все такая русская десадовщина. Ну, я в свое время... Пимен Карпов это и есть русская десадовщина. Я думаю, что он, скорее всего... Ну, я про него тоже немножко, не так, как Влад, как бы, я с ним знаком. Но я думаю, что он, на самом деле, в принципе, человек-то начитанный был. Вот, и, скорее всего, десаду он читал. Вот, и он решил просто все это дело в русскую деревню перенести и сделать по-своему. Ну, Карпова я скорее больше по историям, как бы, знаю, потому что я как бы не читал, но вот «Десада» я читал, то есть как бы «120 дней Содома», и вот у меня очевидные аллегории просто возникли с Пименом Карповым. Параллели. Параллели, да. Ну, он немного про другие вещи, конечно, писал, просто про извращенное сознание помещичества, про...
То, как в церквях, в подвалах производились лихие просто кутежи и оргии. Ну, согласно мне, Содома. Мне кажется, что, в принципе, это как бы так и есть в чем-то. Может быть, может быть, периодически всплывает. И деревни, и помещики, это те же самые, как французские. Мне просто интересно, что когда, допустим, если мы берем художественную литературную элиту, там, допустим, Есенин, Маяковский, mm-hmm. если там происходит какой-то Содом, там что-то там, неважно, то есть это воспринимается нормально. Абсолютно нормально, да. Да, да, когда, да. Ну, что сделать, творческие люди, да. Творческие когда, люди можно, да. Да, да, когда это на уровне народа крестьянства, не-не-не, у нас такие... Экстремизм. Ну что-то, какие сектанты, у нас такого нет. Ну вот сейчас я Сологуба начал читать и Андрея Белого. Андрей Белый, насколько я понял, про... Там секта голубей, это эти, то ли скопцы, то ли, ну, в общем, я еще пока не понял окончательно, какой там конкретной секте, но атмосфера... Ну, там вымышленная секта как раз. Ну, да, 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 вымышленная, но атмосфера не такая, конечно, лихая, как у Пригина Карпова, но тоже чувствуется вот это. А причина, вот как думаешь, почему причина появления сект? Ну, тут вообще, смотря каких сект... Для кого-то, наверное, для создателей секты это заработок денег, а для кого-то это вера действительно безумная, которая постепенно там человек, вот, который это делает, она сводит с ума, он хочет типа других людей туда затянуть и потом вместе с ними спрыгнуть. Я думаю, в первую очередь любая секта, ну, это желание манипулировать людьми. Да, власти, вот, да. У нас, скорее всего, вот в России, да и почему только в России? В принципе, это манипуляция людьми. Мир, наверное, не знает ни одной недеструктивной секты. Ну, кроме кого? Кроме православия. Это не секта. Ну, кстати, православие утверждает, или как, ну, в принципе, христиане говорят, что секта – это попытка противостоять истине. При этом, что такое истина, это вообще понятие очень сложное. Ну, что не можно сказать, да, что такое истина. Но для православных нет сомнений в том, что нет, такое истина. Нет, безусловно, это не подвергается. То есть, ну, если, ну как они могут это подвергать сомнению? Если это вдруг даже оттуда пойдет подвергаться сомнению, тогда это все рушится сразу. Это невозможно. Ну, секты вообще взаимосвязаны с тем, что разрушают вот людей, вообще реально зомбируют и превращают в послушных рабов в хозяйстве, например. Мне нравится про японскую секту Ом Синрикё. Uh-huh. История, когда их лидер давал всем своим послушникам ЛСД и говорил, что вот ваше видение это я сделал. То есть, да, вот, я создатель вашего видения. Смотрите, что я умею, короче. Ну, молодец, на минималках уезжал. Обман. Точнее, нечисть, альбом. Вот, в принципе, вот эти образы, допустим, там леший, еще что-то, mm-hmm. это все откуда? Из детства? Или это ты ищешь каких-то произведений? Не, у меня на самом деле много коллекций, так сказать, книжек, написанных еще на таком дореволюционном языке и на старорусском языке, со всякими заговорами. Они без авторов. Я стараюсь такие книги покупать, которые просто сборники каких-то быличек, преданий, сказаний. Вот, у меня какой-то есть там русский демонологический словарь, что-то в этом роде, там тоже написано на старорусском языке все. Я оттуда стараюсь какие-то, вот для нечисти конкретно, я собирал оттуда образов про клады, про лешего, то есть то, что, может быть, к чьем-то пониманию леший это какой-то старичок в лесу, а там леший был гигантский великан, который над лесом возвышался, вот тут он описывался. Но я опять же напомню то, что во всех песнях я что-то пытался еще какие-то свои вставить переживания, там, не знаю, что-то, какие-то свои эмоции. Поэтому это вот и превратилось в текст вообще такой, можно сказать, для кого-то он не связанный. Может быть, вот Колян вообще не понимает мои тексты иногда, он говорит, а как там может звенеть ночная трель? Что за бред вообще? Ну, типа, это вообще просто физически невозможно, говорю, нет. Я материалист. Возможно, короче, вот в моем да, понимании кстати, это возможно. Мне кажется, касаемо текстов никогда ни у кого не возникает ни споров, ни ничего. Да, тексты Влад просто пишет, мы читаем, такие норм.
потоком эмоций, мыслей, там что-то туда пытаюсь заключить. Там касаемо музыки у нас уже у всех там здесь мне то не нравится, здесь все там, да, концепции, все редактируем, обложки, все что угодно, а вот текста обычно никогда не нравится. А что сначала появляется? Сначала появляется музыка, да. Ну и вот сейчас у нас на самом деле сейчас такое экспериментальная идея возникла. Мы хотим сначала полностью угореть по концепции и попробовать позаимодействовать с нашим художником и с нашим вот видеографом Саней и попробовать сделать сначала все картинки и образы, параллельно с этим сочиняя музыку, чтобы наша музыка еще более соответствовала тому, что мы хотим сказать. Визуального образа. Вот мы хотим попытаться так сделать на следующем альбоме, не знаю, получится у нас, не получится. Так мы обычно привязываем к готовой музыке тексты и концепцию. Вот. Ну, кстати, да, вот хотел спросить, что бы хотелось вот сделать, поэкспериментировать, может, какие-то инструменты там добавить, ну, какие-то мысли. Ну, вообще, на самом деле, инструменты добавить очень хочется. Сегодня обсуждали виолончель. Да, что мы только не хотели добавить, у нас там чуть, блин, я всю Коляну уговариваю аккордеон добавить, он там заканчивал музыкальную школу, на аккордеоне играл, единственный, наверное, я уже музыкальную школу. Это было в детстве. Да, ладно, в общем, у меня еще есть... С 2006 года я на нем не играл, мы о чем ты говоришь? Я хотел себе купить эти гусли, научиться на них играть. Я когда-то в группе Культ говорю, вот у вас аккордеон, что, может, гусли? Гусли, да. У них аккордеон, кстати, нормально вписывается в концепт вообще и в музыку. Но вот хотелось гусли купить, но на гуслях достаточно сложно, по-моему, научиться играть. Я пока эту идею отложил. Еще у меня есть странный музыкальный инструмент Терминвокс, который я использую в другом Doom Metal проекте своем. На нем же интро ты писал для Odyssey. Да, у нас в интро записано дома мной на Терминвоксе и с эффектами, там, с синтами. Его, в принципе, уже можно считать использовали, да, получается, в интро. Плюс мы все-таки надеемся, что в этом году нам тоже наш товарищ, коллега, очень так настойчиво предлагает сделать акустическую версию, да, то есть там 4-5 треков переработать и снять это видео лайвом в лесу где-нибудь или что-то в таком духе. Но я надеюсь, что все-таки мы не будем лениться и это дело сможем сделать. Да, мы пока очень что-то сухо относимся и никак не можем решиться. Помимо, много очень дел, вообще очень сложно сконцентрироваться на чем-то конкретно. На всем одном, когда вот, я лично про себя могу сказать, что я в нескольких группах играю, плюс у меня ребенок, там жена, короче, и работа, и все это такое. Начинается обывательство вот это. Все это очень-очень-очень сложно реально совместить. То есть. Не знаю как, но надеюсь, что все получится совместить. Да, у Коляна на самом деле группа-то не одна. Ну, кстати, какие-то параллельные проекты, раз уже заговорили. Я играю в Desgrind группе Beachmeat. Вот. Как раз с Антоном, который раньше играл в Люди. Вот. И с Серегой из группы Моргенштерн. Питерской, знаете, такой, наверное. Да. Вот. Ну и параллельно сейчас у нас с ребятами такой панковский проект есть. Вот. Но там уже все готово к релизу, но что-то никак вот буквально не досведет там пару штрихов, короче, звукач тоже с этим. Там такой old school, краст, станчкор, хардкор, там такого плана музыка. Вот. Я вообще разную музыку люблю, то есть как бы от панка до блэка. Да и всякую электронику тоже с удовольствием гоняю. У Коляна все, по-моему, музыкальную жизнь и карьеру было не одна группа, а сразу же несколько. Он да, то есть у меня сразу сходу было. Он между ними постоянно. Он такой меломан, он слушает там кучу разных жанров металла. И у него, если он начинает пытаться это все всунуть в одну группу... Да, не получается. Это я бы хотел. Сейчас какой-то хаос, короче, вот. И он клепает, у него много проектов, в которых он играет вот там в одном там... Одно, в другом другое, потому что невозможно это соединить местами. Хотя выйдя у нас получается намешать. Вот. Но у меня еще есть два проекта, которые в непонятном состоянии. Это вот мой домашний проект, и там Dark Jazz пытаюсь играть. Полностью там все дома сочиняю, подбираю. Один только EP выпустил. Вот. И еще один проект играю с посадскими ребятами из группы бывших Headbrain Blockade. Там Doom, Stoner Doom, такой прям, можно сказать, классический, по Лавкрафту, я там на вокале с Терминвоксом.
Там вот есть фишка, то, что я там терминокс использую практически в каждом треке, и для меня это что-то новое, поэтому мне интересно. Вот сейчас мы, они вроде как сделали альбом, мне нужно записать вокал и терминокс, но я вот все никак не могу, все ленюсь, что-то как-то надо собраться с силами, попробовать это сделать. Ну вот, но с Стасян есть туга. Да. Ну это такой авангард блэк проект. Вот, но что интересно, наши концепты этих групп, они немного пересекаются в каких-то областях. Вот на этой почве мы как раз, вот я с Илом сошелся, потому что пообщались, поняли, что очень близко по духу, и как раз ребятам понадобился гитарист, вот, я довольно быстро согласился, вот, и неплохо сыгрались. Ну, просто до этого много вместе бухали. Ну да, не без этого. Еще играли Скрима в другой группе, Эмма Вайлдс. Ну, у нас, да. Серега еще в группе Культ играл постметальный, которая была достаточно известна в узких кругах. Короче, все из разных. Все из разных миров, в общем, да. А вы с Тугой сейчас делите? У нас есть точка общая, это бывшая вот. У нас еще на самом деле у Коляна вот был клуб. Назывался он Grand House. Это был небольшой клуб на человек 50 в гаражах, в общем, там очень легко. Нет, сначала был большой, потом сначала маленький. Сначала большой, потом большой не получился, и мы сделали маленький. Маленький тоже не получился. И там год просто очень лихо тусили. Привозили группы там с Питера, из Москвы. Да, много групп там успело сыграть. То есть, как бы, из Питера к нам приезжали Grave Disgrace. И с того момента мы как раз с Тугой уже, вот, Иналь задал вопрос, мы с Тугой начали уже вместе репетировать. Это была наша база, она до сих пор остается. Только теперь это не клуб уже, это просто репетиционная база. Да, я в итоге подумал, что не хочу я еще и клуб. Это потому что нужно нужно браться за все концерты, которые тебе кто-то хочет сделать для того, чтобы твое место существовало. А это всегда приходят тонны говнарей, они нас срут, нас ссут. Лапшу размажут по стенам. Заебут, короче. Вот, поэтому я что-то в ближайшей перспективе такой благотворительностью заниматься не хочу. Все сказал просто. Наш более масштабный это мероприятие, это не глубокая могила, мы же ее делаем с, как бы, собственно, вот и Влад, да, Влад и может, комитет кто-то тоже, я и Паша Новый. Может, кто-то не знал, но мы те самые организаторы неглубокой могилы, которые режут петухов, которых постоянно хотели найти там за каких-то петухов, которых резали и прочее. Вот это камин-аут сейчас. Вот, ну, в общем-то, да, «Неглубокая могила» — это фестиваль, который родился из «Лета ночи», он до сих пор существует, он будет всегда существовать, надеюсь, несмотря на, типа, желание кого-то. Ну, кстати, самое время публично извиниться. Ребята, мы не хотели, чтобы эта птичка умерла. Да, птичку жалко, конечно. Мы просто не досмотрели. Но black metal есть black metal, ребята, так что на black metal обижаться не стоит. Ну, когда следующее? Следующая могила будет в августе. В этом году, в августе. У нас традиционно. Следующая птичка. Начало августа. Это была шутка, то, что на первой могиле убили петуха, на второй зарежут барана, на третьей человеку горло перерезают. Отличная реклама. Мы вас ожидаем. Ну, короче, могила, да, будет в августе. В общем-то, как и всегда. И не знаю, получится ли в этом году какие-то группы иностранные привезти. Не, иностранные мы не будем. Я пытаюсь с ребятами говорить. Ну, а с Пашей Нобре это главный организатор, как бы ответственный за все это вот, бешенство, короче, что там происходит. За привоз группы, за все остальное. Вот я предлагаю, ну, постоянно предлагаю какие-то варианты иностранные, но что-то как-то ребята пока не соглашаются. Ну, Ланерт мы вместе комбинируем. То есть мы кому что нравится, кому что там какой-то жанр заходит, из этого жанра начинаем на обсуждение предлагать группы. Вот если кому-то там вот интересно, почему «Неглубокая могила» не берет какую-то там группу конкретно, потому что, блин, у нас на самом деле такой список огромный. Ну, понятно. И желающих много. Но мы не по заявкам работаем. Мы по заявкам, сами, мы да, сами пытаемся выбирать. Сейчас такое огромное количество групп. Это, да. Потому что «Могила» уже стала таким фестивалем достаточно известным. Ага. Причем, ну, как получается, то, что даже если фестиваль летом, я спрашиваю Коляна там насчет состава, он уже зимой практически уже говорит, то, что уже все там. Да, мы уже зимой обычно забиваем. Когда анонсировать будете?
что будет в этом году? Я думаю, что в начале весны. А, мы, да, мы желаем играть на каждом практически фестивале, кроме предыдущего юбилейного. Вот, мы будем играть на этом. Единственное, что пока могу сказать. Остальных... Ну, а, кстати, а вы довольны вот тем, что, в принципе, 500, плюс 500-600 человек, я так понимаю, да, последний раз было? По-моему, в предыдущий раз еще там по 1000 было. Когда иностранные группы были, было там по 1000. Было, больше всего было в прошлом году. Ага. Да? То есть, как бы... Несмотря на то, что говорили, никто больше на ваш фестиваль не приедет, вы такие. Мы изначально как бы пытались работать сразу на две аудитории, то есть и на панков, и на металлистов, короче. Ну, это невозможно. Но вот случился несчастный, то есть... Теперь у нас металл-фестиваль. Панки от нас отвернулись, не хотят ехать. Вот. Но с другой раз они все равно не, с другой стороны, они все равно не платят за вход. Дмитрий как раз из Ридервинда. Да, он как раз говорил, что почему, блин, такой известный фестиваль, но почему вы не приезжаете? Ну, к людям обращался, когда на интервью записывает, говорит, блин, ребят, ну там подняли жопы, приехали. Диман молодец. Такой фест там, приезжает 500 человек, почему не приезжает 5000 человек? Правильно говорит. Ну, потому что, на самом деле, реклама ни хрена, мы не вкладываемся в рекламу. Реклама заключается в том, что делается встреча, короче, запускается рассылочка там минимальная, и все. Ну, кстати, я могу сказать, что для того, сколько вы сил вкладываете в рекламу, то есть практически ноль, это отличный результат, сколько людей приходит. Ну да, если бы «Неглубокая могила» была официальной и рекламировалась, то, наверное... Ну и, кстати, могу еще отметить то, что последние два фестиваля были очень крутые в плане организации. Там была и крутая сцена, не как уже раньше, там из палета что-то где-то покосилось, а и профессиональная сцена, лайнап, вообще никакой задержки лайнапа, практически. Да, не работаем обычно. Четко, то есть как бы нас все мало, единственное, здорово, конечно, да. Мало за порядком следить сложновато, потому что у нас как бы ограниченный контингент организаторов, да, и за всеми не уследишь, то есть как бы... В прошлом году, ну, опять же, сами понимаете, это все нелегально, без согласования властей проводится, и поэтому, как бы, лишнего внимания к себе не хочется привлекать. Вот. Последний раз мы нашли довольно хорошее место, причем оно и как бы и удалено, и, да, ну, как бы, от поселка неплохо, и от станции близко, то есть, одновременно. Ну, фу-фу-фу, как бы, все прошло хорошо, но я, вот, честно говоря, заебался, вот, ходить, гонять людей со стогов сена, потому что там собрали сено, короче, на поле. Да, люди все постоянно туда ходить, хуйню прыгать, короче. А местные, естественно, замечают, то есть они как бы уже звонят и ментам, и всем. Ну просто вот хорошо, менты не приехали. То есть как бы буквально вот нам повезло то, что тогда в воскресенье, уже когда мы увезли сцену, увезли там практически все. Приехал лесхоз. Пришли лесники, да, и начали всех там штрафовать за костры. Хотя мы всегда все убираем за собой, ну, выносится мусор, все. В итоге, да, последний раз, то есть, как бы нам повезло, то, что просто 5000 штрафов заплатили за костры, как бы и все. Вот, а так, если бы они пришли пораньше, то там что бы только не повесили. И нарушение ковидовских, наверное, ограничений, и массовые собрания, и митинги. Начинают просто перечислять. И попытки госпереворота. Попасть, блин. Ну, в общем, могила это такой был изначально фест для друзей, превратился в фест для большого количества друзей. Ну, круто, станет ли этот фестиваль как бы суперорганизованным официальным мероприятием, покажет время? Нет, не станет. Ну, я не знаю. Я, например, постоянно ребятам говорю, что надо бы этим попробовать заняться и как-то, может быть, это организовать. Ну, понимаешь, серьезно. На это еще больше денег нужно. Ну, естественно, да. Но это... Может быть, тебе государство вдруг выделит. Да, вдруг тебе грант дадут. Сейчас послушают, что ты... Типа переживаешь за то, что закон... Сейчас же год это на культуру. Год это на культуру, да. Тогда придется еще баннер «Единой России» вешать, как бы, если вы согласны. А ты бы повесил, если бы тебе разрешили? Нет. Ну, провести один нелегальный фестиваль. Эту партию я никогда не поддерживал, никогда не буду поддерживать. Ладно, давайте тогда в заключение обратимся, наверное, что-то там к своим зрителям, фанатам. Что вообще хотелось бы пожелать, чтобы, ну, или какую-то идею передать? Рубитесь на наших концертах. Водить хороводы, вот на самом деле мне очень понравилось, что на одном концерте был хоровод, это было лихо круто, надеюсь, что на следующих концертах тоже будут хороводы. Металл хороводы, блин, это же где такое видели вообще, мне очень понравилось. А мы будем стараться радовать вас новыми релизами, которые, надеюсь, вам зайдут. Да. Наверное, в следующем году или, может быть, чуть попозже выпустим новый альбом.
А так вы сейчас слушаете метал, хотите на концерты, покупайте мерч, поддерживайте группу. Да, поддерживайте российскую сцену. Потому что да. Мы существуем благодаря вам. Вам, да. Слушателям, которые приходят, нас слушают, говорят нам после концертов приятные слова, покупают наш мерч. Саппорты движ. Чувствуешь, что это не только для себя происходит. Хотя мы для себя любим музыку делать, но хочется, конечно, чтобы народ... Нет, делать музыку для себя — это абсолютная глупость, так ни одна группа не делает. Ну да. Факт. Факт. Что, ждем вас на наших концертах. Парни, спасибо вам огромное, что не отказались, что приехали. Мы увидимся вечером на концерт. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это не так, это так будешь говорить, я просто говорю. У меня голубой. Что да, сказать? Да, по очереди. Здравствуйте. Если есть какие-то веселые, интересные истории, это вообще здорово. Это мы расскажем, да. Все хорошо.